В Хабаровском крае расширена категория пользователей социального такси. Теперь смогут заказать услугу инвалиды третьей группы, а также граждане старше 80 лет. Как сообщили в Министерстве социальной защиты населения края, сейчас в распоряжении службы находится 11 современных автомобилей. Среди них есть как легковые машины, так и микроавтобусы, которые приспособлены для транспортировки малоподвижных людей. Чтобы помочь пожилым или инвалидам, пользующимся креслом-коляской, выйти из квартиры, сотрудники службы используют гусеничные подъемники. Такси оказывает услуги платно, но по сниженной стоимости, напомнили в министерстве. Цена разовой поездки составляет примерно 30% от социального тарифа. Поехать на таком такси можно лишь в случае социальной необходимости в учреждении обслуживания. Это может быть больница, дом культуры, спортивный объект, банк или аэропорт. Вызывать такси разрешено неограниченное число раз. Для этого в службе необходимо предварительно оставить заявку. Воспользоваться услугой можно в порядке очереди, но преимущество при вызове автомобиля все же имеют инвалиды и дети-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. Напомним, что служба социального такси создана в Хабаровском крае в 2013 году. Вначале ей могли воспользоваться лишь жители крупных городов – это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Николаевск. Затем по поручению губернатора края была существенно увеличена география обслуживания. Сегодня вызвать социальное такси на дом можно также в Амурском, Ванинском, имени Лозо, Николаевском и Хабаровском.